До 50-годзя Гомельской областной филармонии музей истории города примерковал новый проект с циклу «Прыгажость и комфорт». Его основу складают уникальные коллекции, собранные аматором и знатоком давнины Сергеем Путилиным. Новая выстава «Музычный акцент» представлена коллекцией предметов интерьеру, которые адлюстровывают музычные пероваги своих эпох. Экспозиции складают музычные шкатулки, годинники с мелодичным боем, мебля у выгляде музычных инструментов. Представлены и сами инструменты, сярод яких, например, клавир, якому больше за 100 годов. Усе гэтые речи показывают, как музыка может присутничать у хатнем интерьере. Нават звычайный комод может иметь специальные отделы под коллекцию пластинок. Здесь представлено много предметов из разных эпох. Особенность заключается в том, что в 19 веке мастера осознали, как красиво творили их предшественники в 18, в том же 19 веке, и стали делать копии. Поэтому даже несмотря на то, что время, которое они были созданы, это 19 век, по ним можно судить спокойно и о веке 18. На открытии экспозиции гомельчанам так само представили документы, которые рассказывают про историю Гомельской областной филармонии и уплыв музыки на житё города.